двухуровневую квартиру в селе Тарасовка Киевской области. Состояние после строителей — это зал, прихожая, входная дверь, санузел, кухня, кухонный котел, батареи, балкон. Благоустроенный двор, здесь детская площадка, парковка, недалеко лес, и там рядом школа, там тоже лес. Машинная штукатурка, стяжка полов, итак, кухня, зал и спальня. И здесь вот комната с проемом в потолке для установки лестницы. И вот там находятся еще три такие же комнаты жилые. То есть получается всего 5 комнат и кухня. Вот такая квартира в Тарасовке. Подписывайтесь, звоните.